В рамках проекта «Школьный бизнес-инкубатор» учащиеся старших классов Видновской гимназии и школы номер 1 посетили салон красоты. Провела экскурсию руководитель салона Светлана Федотова. Она поделилась со старшеклассниками историей создания своего дела и рассказала об особенностях профессии. Мы им рассказали, что такое салон красоты, в чем особенность этого бизнеса, что это серьезный бизнес. Нельзя игнорировать то, что это как обычный бизнес, ему нужно учиться. В нем включены такие инструменты, как и реклама, нужно знать, и маркетинг, и СММ-продвижение, потому что сейчас современность этого требует. Юным предпринимателям визажисты, колористы и косметологи продемонстрировали тонкости своего дела. Ребята поучаствовали в процессе в качестве моделей. Я нахожу линии, центр, самое главное, определить. Ребята интересовало, и как сделать ремонт, дизайнер привлекался или нет, где были изначально вложения мои взяты, на какой программе мы работаем. Школьный бизнес-инкубатор – это проект торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа. Программа разработана для студентов и учащихся старших классов. Мы встречаемся каждую неделю, обычно это у нас в формате лекций. Мы рассказываем, что такое предпринимательство, что такое бизнес, с чего он складывается, как его можно открыть. А эти экскурсии, они, соответственно, показывают и рассказывают уже на деле. Учащийся Видновской школы номер 1 Юрий Евтеев уверен, что станет предпринимателем, поэтому не пропускает ни одного занятия бизнес-школы. Очень понравилось директору этого заведения. Она одержима этим бизнесом. Видно, что дорожит ему. Действительно сделано качественно. Видно, что человек понимает в этом деле, заботится и очень замотивировал себя. Цель таких экскурсий – познакомить школьников с деятельностью компаний, расположенных на территории Ленинского городского округа, а также помочь в выборе будущей профессии. Возможно, многие из них станут отличными специалистами в уже существующих организациях, а кто-то сможет открыть собственное предприятие. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.